Привет всем. Сейчас у нас зима, февраль месяц. Дождь идет. Температура где-то плюс 10. Это уже потеплело. Перед этим у нас был мороз. Минус 2. Было очень холодно, потому что высокая влажность. И любая отрицательная, даже нулевая температура ощущается как минус 10, наверное. Баню уже... Где-то полгода. Мы построили ее в начале лета. Чуть больше, чем полгода прошло. Хотел сделать небольшой обзор, что случилось за это время, как себя ведет древесина и вообще. Ну вот. Сразу скажу, что, как и я ожидал, все разбухло. Двери разбухли. Пришлось мне их подтачивать несколько раз в ширину. Это основная проблема, я бы сказал. Даже пришлось подтачивать ручку, настолько она ушла, ну, сточилась, что даже ручка мешала уже закрываться. Конечно, она разбухла, но это было ожидаемо. Подточил, но подточил, чтобы она была в притирку, только-только закрывалась. И даже при парении... Она играет, когда ты в баню слишком мокрую делаешь, много воды льешь, она больше разбухает. Потом ты ее оставишь просушиваться, она усыхается. В общем, она играет. Она играет, но такова жизнь. Ничего с этим не поделаешь. То же самое с парилкой. Пришлось ее подтачивать, подрезать. Но вот сейчас я оставил буквально минимальную щель, чтобы она только-только закрывалась. Вот здесь она, как видно, замок заходит хорошо, щель нормальная. Но если ты сильно паришься, много воды льешь, она может разбухнуть и уже начинает очень плохо закрываться, или вот эта металлическая часть начинает немножко заклинивать. Но я специально здесь ничего уже больше не подрезаю, чтобы... потому что я рассчитываю, что к лету это все опять усохнет, и здесь будет гигантская щель, что она вообще не будет закрываться. Ну, тут вот все без изменений. В парилке, в принципе, в общем и целом, очень доволен. Паримся. Температура 80-90 градусов, без проблем. Держит очень долго. Вот электрическая печь. С печкой была проблема, я, наверное, уже рассказывал, что термостат очень плохо работал, она дольше нагревалась, и через какое-то время просто один из трех тенов перестал работать. Включили напрямую прямо к тенам в обход термостата и всех этих датчиков, просто кабель напрямую подвели к тенам, и сейчас она сразу же работает на полную мощность, намного быстрее нагревается, за полтора часа здесь уже комфортно 70 градусов где-то. И если просто, ну и она не останавливается, естественно. И тогда, когда она доходит там до 80-85, мы просто ее выключаем и паримся. Такая система. Эти все датчики, несмотря на то, что Harvia, хороший бренд, все это дело не работает так, как должно. Ну и вообще, на самом деле, сам металл довольно тонкий, все такое, такое хлипкое какое-то. Может, это так должно быть, не знаю, но... Не похоже на то, что это какой-то супер качественный продукт. По поводу вентиляции басту хотел сказать. Вот у меня здесь треугольник, там стоит труба, одна идет вниз с выходом, там вон внизу выходит еще она снизу. И здесь сверху. Что хочу сказать по поводу нижней трубы. Я ее закупорил, у меня десятка труба, 10 сантиметров, 100 миллиметров. В итоге я просто закупорил, потому что это невозможно было, ну, очень холодно, оттуда сквозило, и так, как это должно было задумываться, это не работает. Но вентиляцию не открываю после парения, она остывает горячая, прям на следующий день утром прихожу, все распахиваю, и она уже тогда просыхает еще раз. Еще один момент был, что здесь тоже разбухли доски, я маленький зазор сделал. Пришлось снять плинтус и подрезать еще раз. Вот грейндером я прошелся, снял еще пару сантиметров. Надо будет заделать, потому что уперлись и разбухли. Также здесь у меня тоже, блин, из-за того, что здесь вход в баню,
место, где открывается дверь, отсюда постоянно очень много пара выходит, и он прямо идет на эту древесину, несмотря на то, что был зазор, все равно она очень сильно насосала влаги, и прям горбулем пошло, пришлось это все снять, подрезать, и вот надо будет обратно все это заделать. По поводу пола тоже есть проблема. Здесь, значит, у меня слив, выходит труба, и под небольшим углом выходит за пределы бани. Здесь как бы бетонная плита, и в бетонной плите встроенная труба выходит наружу. И там перевернутое ведро просто, в котором скапливается вода. По идее, должна скапливаться. Но из-за того, что угол я сделал не очень большой, и в бане там, это снаружи в ведре видно, там тоже оно наполняется. Когда сильные дожди идут, ведро наполняется водой, и вода обратно идет по трубе и заходит в бане. Что я планирую сделать, это застелить все плиткой, и это мне даст где-то 1,5 сантиметра, может быть даже 2, возвышение, и вокруг слива у меня будет небольшая воронка, и даже если будет вода уходить, она будет в этой воронке собираться и не будет разливаться по всему полу. Ну и плюс еще сделать заглушку небольшую, чтобы уже точно ничего не подымалось. Еще один момент по поводу пола. Здесь просто был бетон, и я его покрасил краской для камня специальной. Но, несмотря на это, у меня он краска сшелушивается, сходит, чуть-чуть поцарапаешь, чем-то заденешь, краска сразу же слетает. Несмотря на то, что я клеем ПВА проходился, чтобы стянуть бетон, но все равно это не помогло. Она довольно-таки легко отшелушивается, сходит. Так что плитка здесь по-любому должна быть. Вот здесь я положил плитку, и все супер. Никаких проблем. Кроме того, что скользко, но это можно уже ковриком исправить. Вот здесь у нас рубильник на баню. Отсюда прям приходит питание. Вот этим рубильником дергаешь, он включается, и сразу идет ток на все тены напрямую. Видел, что в моем видео на дверь очень много комментариев. Кто-то что-то хорошее пишет, кто-то не очень. Но вот, как видите, все хорошо держится, все закрыто, никаких щелей нету. Все очень хорошо держит. Вот мне тут шапки с России поприсылали. Прикольные. Очень доволен. Пользуемся. Спасибо Володе и спасибо Наташе за такие крутые шапки. Амира. Все, всем спасибо за просмотр. Следующий обзор сделаю летом. Посмотрим, как она обратно усохнется или не усохнется. Что с ней станет дальше. Всем пока.